24 ноября пленум Конституционного суда Азербайджанской республики под председательством Фархада Абдуллаева утвердил итоги проведенных 1 ноября 2015 года выборов в Милли-Меджлис. На заседании пленума было принято итоговое постановление о проверке и утверждении итогов выборов в Милли-Меджлис. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласил постановление пленума. Согласно постановлению, Конституционный суд утвердил итоги выборов в Милли-Меджлис. Камила Алиева, Вюсал Видадиоглу, Наиль Бабаев, Азертач.